Hare Krishna, devotees, Pradaniya, Pramitya, Pajostamai, Pakloni, Vsyaslava Srila Prabhupada, Pritniya, Sprasili, Minea, Gavarit Niskulka Slav, Papovodu, Chitinya, Kanigi, Prabhupada, Iani, Sprasili, Minea, Gavarit Stota, Paruski. Без знаете, мой русский очень плохо, но я могу попробовать стараться говорить чуть-чуть. Да, это очень важный момент читать регулярно книги Прабхупады, потому что мы должны получить знания от Прабхупады, потому что он главный авторитет наше знание Кришны сейчас. Конечно, есть много преданных не в ИСКОНе, и они знают что-то, но никто не знает. Никто не знает сознание Кришны, кто это Кришна, как практиковать сознание Кришны. Никто не знает, как Прабхупад, никто. И поэтому, если мы хотим понимать развивать знания, осознание Кришны, мы должны читать книги Прабхупады. Но есть еще одна причина, потому что мы должны читать книги Прабхупады, потому что есть сила в словах Прабхупады. Сила есть, духовная сила. И эта сила даст нам разум понимать более ясно, что это сознание Кришны, потому что это не просто, что мы должны использовать разум, как в школе, в университете и так далее, должен быть качество, духовное качество нашего разума. Если будет сознание Кришны будет достаточно ясно для нас, Я помню много лет назад, в начале для меня в сознании Кришны, может быть, 74, 75, Пратния дали нам время читать книги Прабхупады, но проблема была, что для меня и для многих преданных, что мы спали, когда мы старались читать, мы спали. И поэтому, может быть, Кришна дал мне чуть-чуть вдохновление или разум, один день, что когда я читал книги Прабхупады, я должен писать. Когда я читал что-то интересное, и был очень много, как сказать, пунктов, очень интересное. И поэтому я начал в это время
писать, когда я читал. И вы знаете, сейчас, 45 лет после этого, у меня есть очень много информации из книг Прабхупады. И у меня есть сейчас тоже 45 лет после этого, потом. И сейчас я стараюсь каждый день использовать компьютер как сказать, и писать на компьютер от это мои тетрадки. И это как предложение от меня, что если мы хотим понимать очень ясно, понимать и помнить ясно, это помогает много, если мы пишем, да? Когда мы читаем что-то интересное. И поэтому, пожалуйста, старайтесь делать так. И будет интересно для меня узнать, какой опыт будет для вас. И, пожалуйста, старайтесь делать так и скажите мне. Будет очень интересно для меня. Харе Кришна.